дают потребовать такое мясо. Три года. Вот ладно, пьем молочко. Понял, молочко, ничего не разговора, ничего. Какой лось, ребят? Рогатый. Нет, коров не стреляем, однозначно. Давай. Решит и стрельнет. Остановка на первый загон. Ну что, ребят, сегодня у меня опять 43-й иж. Загон на охоту на косулю. Заряжаю картечь. Ждем. Закон будет оттуда. Пожелайте мне ни пуха, ни пера. Вот так вот вышла косуля. Вот лицензию закрыли косулю козла 3 года. Рога уже сбросил. Да, вот следы недавно сбросил. Рожки были. Вот. Закрываем лицензию. 11 квартал Ильинского лесничества. Олег район. Число у нас сегодня? 17-11. Отрезаем. Все, лицензия закрыта, крючок отрезали. Талончик. Сейчас заполню ее. Так, самец. Возраст. Не дают потребовать такое мясо. Не дают потребовать. Сейчас съем почку. 3 года. Ну, сколько килограмм? 25. Может, там нет. Сколько зато всем можно? Какая разница? Это же коллективная охота. Мне всегда везет. Я вот стою на одном месте, думаю, блин, хоть бы на меня никто не вышел. Нормально, хожу на охоту. Ты я зато с мясом возвращаюсь, железо. Да, знаешь, добыч. Делай по-другому. Я деньги плати, деньги плати и жди мясо, чтобы домой привезли. А погулять? Да. Это же уже второй волк. Талончики на мясо. Как сельпо, да, дядя Леша?
своя ноша не тянет. Ну что, ребят, вот и загон. Закончилась загонная охота на косуль. Трофей добыт. Вон Дениска. Дениска тащит. Как вы все видели, он взял на прошлой загонной охоте лося быка. Сегодня ему опять улыбнулась удача. Вот. Ну, я стоял на соседнем номере, видел, как все это происходило. Ну, вы тоже, я надеюсь, видели. Вот. Что сказать? Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь этим видео везде, где можно. Друзьям отсылайте. А на следующей неделе у нас очередная загонная охота на косулю. У нас есть еще одна лицензия. Я думаю, что благополучно мы ее закроем. Всем удачи!